пока мотор хоть как-то себя нормально ведет. Вот. Пройдусь еще. Через перекат. Ну, может, я заодно выискиваю, где мне стать поджиговать. Потому что вот это на одну рыбку, которая вот она, видите, торчит. Ну что мне на ней остановиться? Совсем не интересно. Надо посмотреть, может, где-то они там подзаныкались, а? Блин, не нравится мне все. Я люблю посветлее. Кому как, а мне вот так вот больше нравится. Ну, вот сейчас мы идем. Прямо на хребет с этой стороны и через глубину еще пройдем. Вот. Мы можем еще. Нет, не можем. Лучше сделаем по 40. Это будет уже более честно по отношению к этому датчику. Ну, честно говоря, я вообще за все время в жизни не видел с этого датчика таких картинок. Вот не видел. И для меня это как бы, будем говорить, открытие, что вот он вот так вот все это вырисовывает. Тоже не станет возражать, что это красиво. Вполне. Вот. Это мы тут проходим уже справа берег совсем. Да, нарисовался, ну, всякий хлам попал под датчик. Да. Обычно вот в этой ложбине, вот в этой вот, собиралась рыба. Нету никого, видите, там вот хламышник, все же на такой глубине, 11 метров, там хоть мелкий судачок, но присутствовал. Вот елки-палки, под датчик понападало всякой гадости. Что теперь делать? Продукты один. А что делать? Где-то свалит. Все, уходим резко еще на глубину. Очень резко. И как раз выйдем еще раз назад на перекат. Вот, по приколу, да? Видите, такая себе задница нарисовалась, симпатичная. Очень даже ничего. О, смотрите, как тихо. Мотор мне сегодня, конечно, не греет. Я еще тут немножко петляю лево-право. Ну, не важно. Ой, какая красивая картинка. Бокал. Да. Переход от 2 метров до 12. Ничего так. А теперь с 12 идем еще разок на 4. Там вот сюда вот. Вот сюда вот я сейчас пройду. Ну, ага. Ну это на повороте там. Замулило, конечно. Дерево кто-то забыл на дне. Справа такие хорошие складочки. Как частенько было, там рядочками стояли судачки. Теперь после этого мора, который у нас прошел, вообще ничего нигде. Лунные пейзажи, в общем. Не, ну вон там вот кто-то дежурит, видите? Вполне возможно, да. Ну, сходим, сходим. Сюда сходим, сюда сходим. В общем, датчик зачет. Окей. Гармин тоже зачет. Блин.
один палец, и все, больше ничего не нужно, ни крутилок, ни мультилок, ни жвурчилок, никаких ползунков. Блин, зашибись. Честно вам скажу, очень радует такие приборы, пускай все выпускают, не знаю, кому там нужны эти кнопки, все, все-таки 21 век, хоть я уже дважды дедушка, ну, мне нравится то, что вот такая вот техника, все-таки современная, так же как смартфон. Так что будем ждать, может быть осенью что-то выкинут лорики, хотя конечно от них хрен дождешься, уже 3 года одно и то же, уже как бы глаза замылили, надоели.